С вами канал «Идеи для дома». И сегодня я вам буду показывать, как накрасить пасхальные яйца. Так, мы приступаем. Сначала налейте краситель на свое яйцо. Краситель можно выбирать любое. Любой. И растираем его таким образом, как делает. Ставим его сушить. Красителя не жалейте, потому что может получиться ненасыщенный цвет и будет некрасиво. Всем пока. С вами был канал «Идеи для дома». Хорошего покраски.